Древнюю гробницу обнаружили в Греции. По словам археологов, уникальная находка может относиться к началу эры эллинизма, которая началась со смертью Александра Македонского в 323 году до нашей эры. Никаких указаний на то, что захоронение связано с самим Александром Великим или с кем-то из его родственников, нет. Возможно, оно принадлежало какому-нибудь знатному жителю. Раскопки на этой территории начали 2 года назад. В конце месяца ученые рассчитывают попасть внутрь гробницы. Тогда, вероятно, они смогут определить, кто в ней захоронен.